Киев. С 3 декабря по сегодняшнюю ночь я там находился. Я сейчас объясню, с какой я стороны. Я там находился не за Евросоюз, не за таможенный союз, а за нашу любимую Луганскую область, потому что это наша малая родина. И на моих глазах я умирали люди, как с той стороны, так и с этой стороны. И если сегодня мы с вами не можем понять, что нам всего лишь нужно счастье в нашей жизни, а не счастье этих уродов, которые сидят в кожаных креслах, неважно, партия региона или там Батьковщина, это уроды, которые сегодня кинули к чертовой матери Майдан. Майдан проклинает как оппозицию, так и власть. Потому что они уже делят портфели. Они уже делят наши души с вами. А мы с вами еще друг друга будем здесь додушивать. Поэтому наша задача с вами немедленно заявить о том, что городские советы, областные советы вне закона, нелегитимны. И сегодня мы все вместе, все должны пойти и занять эти органы власти и создать на своих местах в Свердловске, в Краснодоне, в Луганске, в Попасном территориальные громады и отдать им и отдать им право управления на время этих беспорядков. Нам выборы не нужны по законам, которые писал Ефремов на колени под себя и под своих приспешников. Нам нужны новые законы о выборах, где бы было точно прописано понятное для всех и самое главное доступная методология отзыва негодяев-депутатов, которые вы могли бы отозвать, если бы они там занимались и тем, чем положено. Поэтому, дорогие луганчане, давайте не будем друг другу бить по подзатыльнику, давайте научимся уважать друг друга, потому что, поверьте мне, я приехал сейчас там, где воевали, это не стоит людской крови, это не стоит страха в глазах, это не стоит той биты, куда забиты гвозди. Смерть! Не ради нее мы пришли сюда, поверьте мне. Поэтому давайте все вместе наведем порядок в своих малых городах в Луганской области. А не будем стоять бэк-вокалом и подтанцовкой у Ефремова, у Галенко и других негодяев. Мужчина, конкретно скажите, что вы предлагаете? Вы же сейчас зовете к крови. Это крови? Кровь, понимаете? Вы меня извините. Если я сейчас приеду в родной город Свердловск, возьму за ухо мэра, который с 98 года уничтожал этот, пробивал этот город, и дам ему под задницу. Это не кровь. Это кровь. На выборы! А для того, чтобы прошли выборы, нам нужны честные законы. Так вот, нужно их принять сначала. Они опять выбирать котов в мешке. За ухо вы брать не имеете права никого. Спасибо тем, кто меня понял и услышал. Владимир Иванович Сумской.